Альхамдулилля, по милости Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, в мечети Ярдам прошло собрание, посвященное празднованию Курбан-Байрама, Курбан-Аша. На этом мероприятии приняли участие имамы мечети Московского Кировского района, также представители местной администрации, мэрии, аппарата президента. В месяц Зульхиджа, к сожалению, упокоился наш уважаемый хазрат с мечети Раджаб. Сегодня был представлен новый имам, Минаухат хазрат, который познакомился с остальными хазратами. На собрании были обсуждены вопросы, касаемые проведения Курбан-Байрама, как Курбан-Байрам прошел, какие-то наметили планы на будущее, а также, альхамдулиллях, пообщались друг с другом, поделились какой-то полезной информацией друг с другом, обусловились тем, что в будущем все мероприятия мы будем проводить совместно, и следующее собрание такое пройдет в мечети Раджаб по приглашению Минаухат Хазрата. Оно состоится 10 октября в 10 часов утра.